Казахстане во вторник вечером потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-72. Все 27 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди них исполняющий обязанности главы погранслужбы страны полковник Турганбек Стамбеков и его подчиненные, а также 7 членов экипажа. Двухмоторный самолет исчез с экранов радаров в 19:00 по местному времени. Он рухнул недалеко от города Шымкент в южно-казахстанской области, после чего загорелся. Самолет развалился на 4 части, когда рухнул. Здесь везде фрагменты человеческих тел. Когда прибежали местные, полиция оцепила место крушения и никого туда не пустила. Мы не можем подойти ближе. Как сообщают местные СМИ, Ан-72 упал в условиях метели с высоты около 800 метров, совершая 4-й круг в попытке приземлиться. Сообщается также, что в этот день в Шымкенте погибшие участвовали в заседании военного совета пограничной службы. В отношении причин катастрофы возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Ведется следствие.